Что уже сделано и еще предстоит, в русле социально-экономического развития Московской области доложил Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьев. Подмосковье стабильно развивается, население растет. Тем много, но особое внимание на встречу уделили строительству школ, медицинских учреждений, объектов транспортной инфраструктуры. Как дела в Московской области? Здравствуйте, регион. Спасибо за возможность. Большой из наиболее важных, один из наиболее важных стран. В прошлом году мы росли под 4%. В этом году примерно такие же показатели за ВРП, да? Это валовый региональный продукт. Он на второй в стране, около 4 триллионов рублей. А что касается доходов, то они тоже стабильны, слава богу. В этом году мы надеемся сплюсовать на 10%. Построим школу. Большая программа. В следующем периоде мы должны построить около 200 школ. Большие, красивые, просторные школы очень необходимы нам. Еще одна тема, которая чувствительна, и вы поддержали и нас, и Москву в 2012 году, это развитие Московского транспортного узла. За 5 лет мы построили 22 путепровода, невозможно было через железную дорогу проехать. И на одной из встреч вы поддержали строительство моста через Волгу в нашем Наукограде, Дубне. В этом году уже мост сдаем.